Шеф-повар Максим Григорьев. Постный апельсиновый бисквит. Постные блюда – это не только одни каши, овощи и фрукты. Если вы захотите разнообразить свое постное меню и обогатить его выпечкой, то такой бисквит вам должен понравиться. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты. Масло подсолнечное рафинированное 100 мл. Мука пшеничная 300 грамм. Разрыхлитель 2,5 чайных ложек. Сахар 150 грамм. Сок апельсиновый 250 мл. Соль 0,5 чайных ложек. Шаг 1. Для работы нам понадобится мука, сахар, соль, разрыхлитель, подсолнечное масло, апельсиновый сок. Шаг 2. Соединить 250 мл апельсинового сока, 150 грамм сахара, соль, 0,5 чайных ложек, подсолнечное масло, 100 мл, и взбить венчиком до растворения сахара. Шаг 3. Вмешать просеянную с разрыхлителем, 2,5 чайных ложек, муку 300 грамм. Шаг 4. Консистенция теста. Шаг 5. Форму размером 20 на 30 сантиметров выстелить пергаментной бумагой. Вылить тесто в форму. Шаг 6. Выпекать при 180 до готовности, до сухой лучинки, приблизительно 25 минут. Остудить. Шаг 7. Постный апельсиновый бисквит готов. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.